Сотрудники управления административно-технического контроля по Калужской области совместно с представителями администрации города Обнинска проводят мероприятия по исполнению постановления 200-го правительства Калужской области о соблюдении масочного режима. В данном случае в сфере торговли. Проверка соблюдения масочного режима. Мое удостоверение. Что в Калужской области действует масочный режим, вы в курсе, да? Да. Пожалуйста, не нарушайте. Как скажете, соблюдайте. Все соблюдают, клиенты. Хорошо, у нас маски. Хорошо. Клиентам, если кто без маски, предлагаете маску у надеть. У нас есть наличие. Скажем так, сейчас, наверное, 70%, которые соблюдают масочный режим. Остальным нужно напоминать, но, в принципе, не сопротивляются, мы предоставляем маски. Конфликты часто возникают? Никому? Практически нет. Этот период прошел, только в начале пандемии были какие-то спорные вопросы. Сейчас абсолютно все адекватно, понимающие реагируют. У вас сотрудники привиты? Конечно, все с QR-ами, однозначно, да. Как вообще посетители часто конфликтуют вот из-за того, что... Да, потому что торговый центр сам не контролирует это. Все посетители в торговом центре ходят без масок, включая пищевые магазины. Мы, как самый ответственный магазин, конечно, следим за этим. Но конфликты есть, честно скажу. Ну, нормы соблюдаются. Мы вот проверили несколько точек. Вы видели, что все торгующие субъекты, все продавцы в масках. Где-то, если маска чуть ниже носа, да, мы поправили. Вот, сделали небольшое замечание. А так рейд прошел, на мой взгляд, успешно. Все, и цель наших рейдов вот, с управлением административно-технического контроля – это больше как профилактика, то есть не наказать, а все-таки, да, профилактически работать, чтобы масочный режим, чтобы маски носились, соблюдался этот режим и не нарушался. Ну, продавцы, в принципе, все торговые точки, так скажем, в тонусе находятся и все закон соблюдают. Ну, да, практически да, потому что все-таки ситуация, сами видите, какая, да, то есть она пока, говорят, что сейчас пошло на спад, но еще, конечно же, все, как вы говорите, в тонусе, поэтому лучше, на мой взгляд, надеть маску и посетить, да, торговый, будь то торговый объект, вот, нежели, не дай бог, что...